Еще хотят. Ну и хотелось бы завершить наш дискотечно-концертный блок танцевальными мотивами в исполнении, конечно же, Вани. Ваня! Молодец! 3-4. Ваня счастлив. Ваня впервые в ДНХ. На этой большой огромной сцене. Сияет. Улыбка 6/9. Да, Ваня? Супер. Вообще-то мы не планировали его выпускать, но он прям жалостливо посмотрел на меня и говорит: пожалуйста. Ну ладно, так и быть. Иван Щиголев, еще раз до вас, дорогие друзья. Поприветствуем его. Ваня! Thank you.
Celsius. Рай, тектоника, ваши бурные аплодисменты, друзья. Это было потрясающе просто. Бомба, пушка. Нет слов. Давайте еще раз поаплодируем всем членам тектоники, которые подарили нам этот невероятный вечер. Итак, Петр Пушкин. Еще раз бурные бурные. Алена Тимирганова. Ваня Щиголев! Сколько фанаток? Сандров. Но он нас уже... Павел нас слышит, давайте мы тоже поаплодируем. Павел Александров. Елизавета Лекомцева. Влад, ну выходи, тоже должны тебя объявить. Конечно же, продюсер проекта «Тектоника» Владислав Горжак. Что ж, друзья, на этом Гербера 2024 подходит к концу. Ну и, конечно же, мы хотим сказать спасибо в первую очередь вам, дорогие зрители, то, что вы пришли и провели этот вечер вместе с нами. Так приятно было видеть вас и организовать частичку Удмуртии здесь, на ВДНХ. Они без нас сделали фотографию, ребят, ну как-то. Стойте, стойте. Ой. Спасибо. Мы благодарим также техническую группу, которая сегодня весь день помогала нам делать этот концерт. Мы благодарим организаторов, руководство ВДНХ, всех, всех, всех. Ну и, конечно же, Алиса Палатова. И несравненный просто голос этот дикторский Алексей Бегишев. Что ж, друзья, мы с вами прощаемся. Увидимся на Гербере в 2025 году. Блин!